Всем привет, с вами Техногайд, и прямо сейчас мы поговорим о самой популярной в мире игровой приставке. Поехали! Еще раз привет, друзья. Сергей, тебе тоже говорим доброго времени суток. Выглядишь так, как будто ты прямо сейчас хочешь нам рассказать о Sony PlayStation 4. Все верно, Даниэль, приветствую. Сегодня у нас на обзоре PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, продвинутая версия. Здорово, давай сразу начнем, ну, с PlayStation 4. А потом уже поймем, в чем разница между Pro и обычным PlayStation. Ну, во-первых, PlayStation 4, хотелось бы сказать, то, что это самая продаваемая консоль на рынке по всему миру. И в нее играет очень много людей, соответственно. В PlayStation вы можете поиграть в разные-разные игры, ну, как вы знаете, FIFA, UFC. Хорошо, скажи, пожалуйста, объем памяти нас тоже интересует в данной модели. Объем памяти, кстати, отличается. Если мы посмотрим обычную PlayStation 4 Slim, называется эта версия, объем памяти составляет 500 гигабайт. У уже продвинутой версии PlayStation Pro память составляет 1 терабайт. То есть в 2 раза больше. Здорово. Ну и, конечно, давай тогда по функциональности. Чем отличается PlayStation 4 от PlayStation 4 Pro? Самое ключевое, чем отличается PlayStation 4 Pro, это то, что она может воспроизводить игры и играть уже в игры. Вы сможете на этой приставке в 4К разрешении. Хорошо. А бывает ли такое, что игры, которые можно играть в полном объеме на PlayStation Pro, невозможно будет сыграть на обычной PlayStation 4? Если это только игры, например, 4К, но даже в эти игры вы сможете здесь сыграть в PlayStation 4 Slim на данной консоли в разрешении Full HD. Соответственно, на вашем телевизоре, соответственно, сможете сыграть. Немножко поговорим про девайсы, которые подсоединяются к нашим консолям. Что интересного, что нового? Я вижу, что перед нами стоит вот такая вот штучка, похожая на автомат из фильма «Звездные войны», и вот такие вот... Шлем виртуальной реальности. Шлем виртуальной реальности, да. Все скажи, верно. Пожалуйста, что это такое, как оно работает, и возможно ли, что обычная PlayStation 4 также будет хорошо поддерживать, как и Pro? Да, безусловно. Есть, конечно же, разница в том, то, что уже сама картинка она будет намного четче, намного насыщеннее с подключением PlayStation VR к PlayStation 4 Pro. Но также вы можете его подключить к обычной PlayStation Slim. Что собой представляют эти аксессуары? Ну, как вы успели заметить, здесь есть вот такой вот автомат. Да. Называется AIM Controller. Сейчас он продается по акции с игрой в комплекте. То есть вам не нужно искать какие-то игры. Farpoint в комплекте с этим автоматом присутствует, вы можете поиграть. Но, чтобы полноценно ощутить вот это вот погружение в виртуальную реальность, вот, вам понадобится вот такой вот шлем виртуальной реальности, соответственно, который вы сможете одеть, как говорится, на любую голову. То есть он регулируется, одевается таким вот образом. И вы смотрите на экран уже как в кинотеатре. А, здорово. Вот я прямо сейчас наблюдаю на обычном экране и вижу все твоими глазами. Да, все верно. И даже если у вас нет телевизора, ну вдруг, вы сможете поиграть в PlayStation, просто подключив к приставке шлем виртуальной реальности. Вы будете сидеть как в кинотеатре и играть в свои любимые игры. Здорово. Давай прямо сейчас такой вопрос. Чем отличается вот наш PlayStation 4 от главного конкурента Xbox? Ну, во-первых, если мы посмотрим по играм, по эксклюзивным играм, которые выпускаются на PlayStation 4, их гораздо больше. И за счет этого аудитория у PlayStation 4 намного больше, соответственно. Сергей, скажи, пожалуйста, возможно ли вот эти приставки использовать не только для игр? Может быть, для просмотра на YouTube-каналы, что-нибудь такое? Конечно же, возможно, без проблем. Вы с помощью приставки PlayStation сможете ваш телевизор, любой абсолютно телевизор, превратить в смарт-ТВ. Сергей, скажи, пожалуйста, какие фишки, какие новинки присутствуют вот в данных устройствах? Сейчас на данный момент есть PlayStation Plus. Как вы знаете, есть подписка PlayStation Plus, и по этой подписке вы сможете приобрести разные игры по колоссальной скидке. Это во-первых. И сейчас я хотел сказать то, что до 25 октября у вас есть возможность скачать одну игру бесплатно. Называется она «Это ты». «Это ты»? «Это ты». Это игра из серии PlayLink. Вы сможете играть со своими друзьями, не приобретая джойстики дополнительно. Знаете как? Просто вы берете свой смартфон. Так. Берете смартфон, скачиваете приложение в Google Play Market. Опять же, повторюсь, бесплатно. Называется приложение «Это ты». И с помощью общей точки доступа Wi-Fi подсоединяете ваш смартфон и
PlayStation. И играете с вашими друзьями. Можете 6 человек собраться, 4, 5, без разницы, и играть в эту игру. Ведущий задает вопросы, вы на них отвечаете. Ваш смартфон является вашим джойстиком. Все здорово. Ну давай немножко еще поговорим. Это приложение PlayStation Plus, да? PlayStation Plus — это подписка. Это подписка на ваш аккаунт. То есть с помощью этой подписки вы сможете скачать в течение года бесплатно 24 игры. Но я знаю то, что в этой подписке существует еще демо-версии каких-то новинок игр, да? Бета-тестирование, да. Если у вас имеется подписка PlayStation Plus, вы сможете... игра еще не вышла, но вы сможете подать заявку на бета-тестирование этой игры. Довольно-таки неплохо. Ну, скажи, пожалуйста, давай поговорим о стоимости, самое главное. Стоимость на данный момент составляет, если это PlayStation Slim версия, 131 990. Если это PlayStation 4 Pro, то ее стоимость составляет 175 990. Хорошо, ну и про девайсы, такие крутые штучки, которые... Если вы хотите приобрести дополнительно шлем виртуальной реальности, его стоимость составляет 165 990. А если вы хотите дополнительно приобрести вот такой вот контроллер, I'm Controller, с игрой бесплатно в комплекте, его стоимость составляет 34 990. Ну и, конечно же, если мы зарабатываем очень мало, мы все это можем приобрести в рассрочку. Конечно, естественно. Дорогие друзья, приезжайте в торговый центр Март, Технодом, покупайте девайсы в рассрочку и играйте на здоровье. Пока.